Севинж, не злись на меня, смотри, я закрыл глаза. Не волнуйся, я не смотрю на картину. Севинж? Ты слышишь, милая? Севинж? Я открываю глаза. Это картина нашей свадьбы. Севинж? Ты слышишь меня? Севинж? Уснула, дорогая? Севинж? Севинж? Открой глаза! Севинж! Севинж! Прошу, взгляни на меня! Севинж! 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 Есть тут кто? Мать и дочь устроили ловушку. Один номер в отеле, одна ночь и, переспав со мной, за одну ночь выберут хатун. Во что я себя превратила? На каблуках я такая неуклюжая. Вы из съемочной группы? Я должна была встретиться с Синанбеем. Синанбей? Как официально? Не поняла. Я говорю, я не поняла. Не слышали? Видно, что над стилем вы поработали. Будто не знаем, почему мы оба здесь. Будто не знаем, какая вы дешевка. Да что ты несешь? Стала собой. Да кто ты такой? Как ты смеешь так говорить? Думаю, слышала ты и похуже. Да что ты говоришь? Передай своему шефу, что этой ночью никто... Этой ночью... Никто не достигнет своей цели. Прочь с дороги! Не все так-то просто.
Я с тобой еще не закончил, маленькая госпожа. Отец! Отец, сделай что-нибудь! Отец, прошу, не дай маме умереть! Отец! Пожалуйста, отец, сделай что-нибудь! Прошу, пожалуйста! Папа! Мама! 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 Отец, сделай что-нибудь, не дай маме умереть! Мама? Мама? Мама, что с тобой? Гекхан. Минуту, Есимин, минуту, подожди! Гекхан, дай им работать, мама. Прошу тебя, встань! Не усложняйте нам работу, я вас попрошу. С ней было все в порядке, она была здорова, что случилось? Мама! Продолжайте! Не прекращайте! Пожалуйста, продолжайте! Нам очень жаль, Фазенбей. Мама! 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 Скажи что-нибудь, отец! Сделай что-нибудь! Мама! Для начала прекрати строить из себя испуганную и невинную девушку, а потом я открою тебе дверь, хорошо? Отойди! Отойди отсюда! Послушай меня. Если я дрожу, то это не от страха, а от злости. Я не похожа на хрупких девушек, которых ты знаешь. Я разобью тебе лицо! Я очень хорошо знаю таких, как ты. Все мужчины очень хорошо знают таких, как ты. Что ты несешь? Ты и такие, как ты, не имеющие ничего, кроме красивого лица, блестите снаружи, но настолько же вы пусты внутри и ничтожны. Послушай, заткни свой рот, или... Или? Что, стыдно стало? Что делает такая застенчивая девушка ночью в отеле? К тому же, если встречу назначает ее мама. С кем это ты так разговариваешь? А? Кого оскорбляешь? С женщиной, которая хочет изменить свою жизнь за одну ночь. С бездушной, кто торгует своим телом, с жалкой. Бесстыжей, но ты не волнуйся, сегодня в этой комнате тебе не достичь своей цели. Это твоя цена. Ты меня поняла? Я убью тебя! Я убью тебя! Ты меня удивила, браво. Не знаю, кто ты и что ты за сволочь, но не забывай эту ночь, потому что я не забуду ни эту ночь, ни тебя. Ни этот номер в отеле не забуду. А сейчас отойди, или я заставлю тебя пожалеть, что на свет родился. Немедленно уйди отсюда. Я занят, я перезвоню. Ягас. Мама ушла. Мама. Мама ушла. Мама ушла, Ягас. Мама ушла. Я заставлю тебя съесть эти деньги!
найду тебя! Я заставлю тебя! Любимый, ты ведь приедешь ко мне этой ночью? На этот раз прости, малышка. Ну? Я обещал матери. Не поступай со мной так. Я не должен забывать ей о семье. Тогда не пренебрегай мной сильно, ладно? Ладно. Завтра позвони ей непременно. Хорошо, я завтра позвоню тебе. Хорошо, целую. Спокойной ночи. Пока. Да что ж такое? Я спросил, кто? Кто? Мама. Мама. Мама, встань. Мама. Мама, встань. Мама. Вставай. Мама. 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 Давай же, мама, вставай. Мама, пожалуйста, вставай, мама, мамочка. Мама. Мама. Thank you.
Ну же, сестра. Я скажу маме, что ты опять пил. Помолчи, не зли меня. Ну-ка, иди Да, Севинш ханум, оставить такую роскошь и уйти в черную землю. Неважно, богатый ты или бедный, все мы туда отправимся. Ой, посмотрите на эту стеклянную посуду. Какая хрупкая. Это антиквариат. Фазилет ханум. Ах, Салиха ханум, ах, что за трагическая ночь. Такая молодая женщина и ушла. Она чем-то болела, больное сердце. Отчего? Вытрите слезы и возвращайтесь к своим делам. Одна к Селин ханум, другая вызови врача. До прихода Хазымбея пусть доктор осмотрит Селин ханум. Позвонить Гюзиде ханум. Не ваше дело звонить Гюзиде ханум. А мне что сделать с Алиха ханом? Могу я вам помочь? Вы не заблудитесь вновь. Этого хватит. Я провожу вас уже. Прошу, дверь в той стороне. Так нельзя. Разве можно так? На вас лица нет. Я вам помогу. Давайте поручение. Скажите, что сделать. Да поможет нам Бог этой ночью. Ладно, увидимся завтра. О чем это вы? Какое завтра? То есть завтра мне 8:30 прийти? Или ко скольки? Фазилет ханам, понятно, что вы не понимаете слов. Наше состояние тоже не понимаете. У нас похороны. Теперь я никуда не уеду. Сегодня ты захлопнула эти двери перед моим лицом. Дней много. И если я Фазилет, наступит день, и открывая двери, ты будешь смиренно стоять передо мной, противная Салиха. Очень хорошо знаю таких, как ты. Все мужчины очень хорошо знают таких, как ты. Послушай, заткни свой рот, Или! Или? Что? Стыдно стало?
Что делает такая застенчивая девушка ночью в отеле? К тому же, если встречу назначает ее мама. Сегодня в этой комнате тебе не достичь своей цели. Это твоя цена, поняла? Знаешь, если бы ты пошла, смотри, я тебе сказал. Но я здесь, а ты такое говоришь. Иди сюда. К тому же ты выпил. Твоя сестра увидит нас. Этого мало. Мало, что увидит только сестра. Пусть увидит весь квартал. Пусть съезжаются родственники и увидят. Пусть весь мир видит, как я тебя люблю. Почему вы не отвечаете на звонки? Я покажу, как мне брать телефон. Вот увидите. Девочки. Девочки! Почему дверь открыта? Хазан! Хазан! Эдже! О, Господи! Платье порвано! Ай, стекло разбито! Хазан! Что случилось, Эдже? Хазан, вы меня убить хотите, Эдже? Где твоя сестра? Где сестра? В какое положение ты меня поставил? Не смотри так. Ответь. Ты знала о номере в отеле? Какой еще номер? О чем ты говоришь? Где твоя сестра? Что ты смеешься, как сумасшедшая? Ответь, где твоя сестра? Что? Что? Что случилось? Что-то случилось во время съемок? А? Во время съемок что-то случилось с Эдже? Отвечай! Съемки! Конкурс! Что с ней? Выбрали или нет? Это твоя единственная проблема, да? Ты... Что ты смеешься, как сумасшедшая? Я спрашиваю, где твоя сестра? Мы обманули тебя. Слышишь? Обманули. В этот номер отеля пошла я, а не сестра. Я тебя обманула. Обманула. Вы... Что вы сделали? Еще раз повтори, что вы сделали? Это платье я надела. Нарядилась, накрасилась и пошла разбивать твои мечты. Мама, ты знаешь, что один человек подумал обо мне?
Он подумал, что я... Знаешь, что он сделал? Швырнул $100 мне в лицо. Слышишь меня? Он подумал, что твоя дочь... Ладно, Есин, ничего же не случилось. Сестра пошла, и все закончилось, не волнуйся. Лицо Марки я не буду. Хорошо, Бурджу, потом поговорим. Целую. Ну и как там поживает Бурджу? Хорошо. Где твоя сестра? Сестра? Не знаю, утром, когда я проснулась, ее уже не было. Этот негодяй так испортил ей нервы. Не тебе обсуждать вчерашнее. Но если ты упорно хочешь что-то сказать, то объясни мне, где ты была вчера вечером. Ради всего святого, мама, я ничего плохого не делала. И потом у него серьезные намерения. Неужели? Есин хочет жениться на мне. Ты посмотри на дела Аллаха. Слава Всевышнему за птицу счастья над нашей головой. Значит, он хочет жениться? Сын противной Щукрие хочет жениться на моей дочери-принцессе? Так значит, да? Вот это новости! Мама, единственное, что я хочу... Показать тебе, что ты хочешь. Иди, я тебе покажу, что ты хочешь. Иди! Иди! Я покажу тебе, что ты хочешь. Смотри, смотри! Иди сюда, иди! Смотри, смотри! Чью тяжелую жизнь ты выбираешь? Чью Мама, судьбу не надо. Хочешь прожить? Мама, смотри, не надо! Смотри! Иди сюда! Посмотри в свои юные годы, выбивая ковры, во что она превратилась! Хочешь состариться, как что она? Что ты делаешь с дочерью? Не вмешивайся! Такую жизнь, как у нее, хочешь? Чью судьбу ты хочешь? Ужас какой! Мама, не Иди надо! Сюда. Мама, Иди, не надо! Смотри, смотри! Один в животе, другого за руку водит. Ничего не осталось от ее красоты. Ты хочешь так же? Нищета забрала ее красоту! Ты...
Ты мне скажи, чего ты хочешь? Ты этого хочешь? Этого ты хочешь? Скажи мне! Я хочу того же, что и ты, мама! Добрый день. Я ищу кое-кого. Он занимается конкурсом. Конкурс «Красивое лицо». Он оставил у меня кое-какую ценность. Если назовете имя, смогу вам помочь. Если бы я знала имя этого негодяя. Не поняла? Имя... Его имя... Он занимается конкурсом. Конкурс «Лицо марки». Он вчера ночью был в отеле. Ханум эфенди, могу я узнать, кого вы ищете? Этого еще не хватало. Сегодня у нас похороны, поэтому никого из занимающихся конкурсом нет. Вы вспомните, кого вы ищете, и оставьте записку. Нет, нет. Соболезную. Что надо, Битюль? Иду, хорошо. Вы насчет зарплаты? Да, Севин Джагемен, вот так умирают богатые. Для бедных две строки, для богатых несколько листов. Здесь тоже есть. Возьми, надень это. Макияж не нужен. Куда, мама? На похороны. Соболезную. А я-то думала, где она? Самопровозглашенная королева, султанша всех султанш. Смотри, сейчас будет строить из себя опечаленную. Еще и очки надела, чтобы скрыть крокодилии слезы. Ясемин. Гекхан, уведи оттуда Синана. Нельзя так. Но сейчас. Пусть поднимется, не подобает. Я все улажу.
Синан. Идем. Посмотри на эти машины, доченька. Они все приехали так на похороны. У них и похороны, как светское мероприятие. Только посмотри на этих журналистов. Постой, давай уйдем отсюда. Что мы делаем у них на похоронах? Что значит, что мы делаем? Это наш последний долг. Мама, ты, кажется, забыла, в каком состоянии была сестра. Что этот подлец Синан наговорил ей? Послушай, эта твоя сестра еще легко отделалась от меня. Этот человек вчера оклеветал твою сестру, и Бог наказал его. Упаси Аллах. Не заставляй меня грешить. Но, мама... Никаких «но», доченька. Если мы будем слушать твою сестру, то погорим. Погорим. Нет, мы не должны ходить на похороны. Нет, не должны проходить мимо особняка. Сейчас. Не будем выходить за пределы муниципалитета квартала. И что будет? Ты думаешь, этот проклятый человек вспомнит твою сестру, если увидит? А? Что мы будем делать? Мы будем специально мелькать у него перед глазами, чтобы он не забыл о том, что сделал. Ну же, ну же. Азан читает. Соболезную, Хазым. Мне очень жаль. Спасибо. Ниль тоже расстроена, в панике пропустила самолет, но первым же рейсом прилетит из Америки. Ладно, спасибо. Еще раз соболезную. Соболезную. Спасибо. А потом... Ну же, мы опаздываем. Мама. Ты ушла обиженная на меня, мама. Ты на дочь обиженная ушла. Говорит, что хотела бы быть здесь, но на самом деле ей все равно. Мне так хочется посплетничать с вами, как тогда. Я очень соскучилась по вам. Из-за тебя. Селин, все в порядке, родная? Селин. Селин. Из-за тебя. Из-за тебя. Ну же, смейся. Смейся опять. Дурак журналиста. Ну же. Не снимайте. Не ну снимайте. Же, имейте уважение. Смейся. Смейся. Из-за тебя. Ну же, смейся опять! Смейся Имейте опять! Имейте уважение! Что происходит? Не надо снимать! Из-за тебя Лула ушла обиженная на меня! Мама ушла из-за тебя! Из-за тебя! Из-за тебя мама ушла! Из-за тебя! Из-за тебя! Мама, смотри, смотри, дерутся! Мама, это та девушка! Ну и? Та девушка влепила пощечину женщине с покрытой головой. Я знаю ее. Одна из них заловка, а другая... Они вцепились друг в друга. А-а-а. Значит, так проходят похороны в высшем обществе. Селин, возьми себя в руки. Что ты делаешь? Что ты вытворяешь? Знаешь, она еще ответит за это. Шш. Ей это не сойдет с рук. Здесь есть знаменитости, а? Если есть, сделаем селфи. Подожди, селфи. Вижу эту противную. Мама, постой здесь, постой. Салиха Ханум здесь. Салиха Ханум. Салиха Ханум.
противная. Прошу всех присутствующих встать в ряд для прочтения молитвы за упокой души. Отец?